Момента мори, говорили древние, помни о смерти. Здравствуйте, уважаемые шашисты. Печальная новость сегодня у меня для вас. Скончался известный шашечный гроссмейстер, общественный деятель Владимир Васильевич Скрабов. Ему не было еще 50 лет. Вот есть информация, что он умер якобы от последствий коронавируса. Я лично был знаком с Владимиром Скрабовым. В детстве играл с ним в сеансе одновременной игры. Помню еще, Владимир играл, по-моему, на 70 досках. Никого не торопил, спокойно ходил от доски к доске. Я несколько раз сказал, пропускаю, но Владимир ни разу не сказал мне, что давай быстрее, подождал, пока я подумаю. И все-таки мне удалось сделать ничью. На гамблере пару раз играл с Владимиром. Ну, он меня обыгрывал каждый раз. Эта ничья оказалась единственной. И вот теперь его не стало. Приношу свои соболезнования всем родным, друзьям, близким Владимира. Друзья, я верю, что есть загробный мир. Каждый из нас рано или поздно окажется либо там, либо там. Ну, надеюсь, что Владимир оказался в лучшем мире. В принципе, человек занимался с детьми, делал добро, всегда был спокойным, рассудительным, с чувством юмора. Ну, чувство юмора свойственно многим шашистам. Да, друзья, чувствую большое огорчение. Не так давно тоже переписка была в чате Владимира. Я потом там с кем-то поссорился, удалился. И вот, ну ладно, помолюсь за Владимира. Тоже помолитесь, как говорится, молитвы, искренние молитвы доходят до Бога. Возможно, это поможет Владимиру. До свидания, берегите себя, своих близких.